Срочно, да? Точно. Откуда родом? Кустанай. Кустанай? Чимкент. Чимкент. Видишь, благодатный огонь приезжает. Все Иерусалим делает. Самый активный, видимо, да? Самый позитивный. Какой-то вывод вы сделали, какие-то мысли, что вас посетили? Почему вас это интересует? Не знаю, слышите, нет? Колокольный звон. Сегодня Пасха. Вот с этой колокольни был звон. Красивый собор у нас. Сегодня праздник Пасха. Казахстан этим и славится, что разные национальности. Традиции соблюдаются. А сейчас что будет выходить? Освещение будет. Освещение? Крестный ход. Крестный ход? Видишь, благодатный огонь приезжает. Все Иерусалимы делают. Вот зажгли от него, сейчас крестный ход. Вчера, по-моему, зажигал? Вот сегодня, сейчас, вот минут 10 назад принесли. Да быстро он распространяется. А? Быстро распространяется. Где зажегся, куда пожег? Быстро. Специальными самолетами. Освещать куличи были, да? Да, потом крестный ход, а потом святой водой куличи освещают. Я просто бегал, смотрю, звон колокольный. Правильно. Думаю, забежать. Солнышко выглянуло. Это редко бывает, остальное. Тренировочка есть. Вон они как идут красиво. И барабанщики начали играть. Сейчас оркестр будет играть. Практически знакомые, да? Как его судьба? Ну, так вот я тоже позвала, там интересно тоже посмотреть, что да как. Вообще первый раз такой. Я как понял, есть простые сбивания, да, там.
своих историй, души, да, было открыто. Да. Все равно страшно волнение. Ну, конечно. Вроде бы, кажется, легко. Когда ты на том, на той стороне экрана, там, на телефоне. И еще вот эта сцена, аудитория. Ты если где-то в тамбуре поезда едешь, спокойно рассказываешь, да, то знаешь о том, что это с этим человеком поговорил, раз а здесь как-то аудитория вроде бы в одном городе, здесь Facebook уже такая площадка стала, вроде бы как уже. И этот человек вроде не видишь, не знаешь, но когда ты по соцсети читаешь его посты, ты уже вроде как близкий человек становится, правильно, да? И знаешь, что ты с ним встретишься, поэтому здесь уже на этой площадке немножко. Я понимаю, что надо перешагнуть где-то. Ну ты молодец. Получилось, да? Потом половину сократили. Не, отлично. Я, например, не готов, а я не говорю. Но я не знаю, смогу ли я так выступить. Здесь ребята стоят в сторонке, тренируются. Тренировка идет, да? Конечно. Что-нибудь покажешь с оружием? Я смотрел, там что-то делали. Нет? Нельзя? Точно. Откуда родом? Кустанай. Кустанай? Чимкен. Откуда? Кустанай. Чимкен. Красавцы, молодцы. Стройненькие. Ну, удачи. Спасибо. Это у вас как тренировка идет, да? Да. Праздник каком? Вот там старший есть, старший. Ясно. Можно шашку посмотреть, да? Нельзя. Ну, вытащи хоть туда, покажи. Нельзя. Нельзя? Нельзя. Ладно, добро. Строго. Ну все строго, не разрешает ничего. Помог завести. Свои другие государства куда ехали. Ну, с праздничком. А вот люди стоят, это потом будут освещать из куличи, да? Да, сейчас ждем священника. Из куличи и яйца, да? Куличи и яйца, и вас, и нас. Да? Свет брызгать будет. Ага. Внутри храма идет богослужение. Еще раз сердечно всех вас, дорогие братья и сестры, приветствуем и поздравляем с праздником и торжеством воскрешения, светом Христовым воскресением, Пасха Господь и Спасительный. Христос воскресе! Вся предстоящая следующий воскресный день, Фомино воскресенье, или Красная Горка по-народному, мы все, а во вторник, 17 числа, впервые после Пасхи, совершается поминовение усопших. Мы сорадуемся с усопшими, делимся с ними пасхальной радостью и молимся о них. Этот день называется Радоница. О чем молчат мужчины и женщины? Это будет вообще
поедем немножко вообще, как это называется, психология, нервное напряжение, когда вот здесь в районе солнечного сплетения набирается, вот ты говорил, кому в городе, сегодня почти при каждом. Значит, история, значит, это есть в человеке, это волнует. Да. История настоящая, и генеральная мысль этого вечера – надо говорить. Вот не надо держать в себе. Это большая проблема, кстати, мужчин в нашей жизни. Очередь, особенно. Поэтому у мужчин инфаркта больше. Надо говорить. С близкими надо доверительно разговаривать. Надо раскрывать все потайные участки своей души для того, чтобы были вот эти откровенные отношения. Иногда наши близкие не знают, что у нас там, и не могут нам помочь, потому что они даже не догадываются, что у нас там внутри глубоко сидит. А близкий, он же должен помочь, он же хочет помочь. Он рядом, Богом дан, чтобы рядом быть. Ну потом, вы мужики скрытные. Да. Вы свои боли не показываете? Это редко? Да. Ну, то есть поэтому близким. Всем мужчинам, которые сегодня вышли, им особенное почет и уважение. Я здесь говорил, это как вот, ну, в поезде в тамбуре едешь, ты там изливаешь спокойно, знаешь, что ты не встретишь этого человека. Больше никогда не увидишь этих людей. На этой площадке много сложнее, потому что, во-первых, аудитория, в которой вот они сидят, их увидеть. Во-вторых, это снимается на видео. Здесь такая официальность идет, это надо перешагнуть через это. И в-третьих, это все заливается в YouTube. То есть ваша история, она поможет кому-то. Вот это нами движет. Что мы не зря просто здесь вышли и излили свою душу. Как переливается, да, цветами гостиница. Вот ночная Астана. Иду пешочком. Огни мерцают. Ждем тепла. Ждем солнца. Его здесь не хватает. Но думаю, к выходу этого влога уже солнце появится. Будет тепло. Растопит серые лица астанчан. Всем пока. Подписывайтесь на канал. До встречи.